Тоже я вас приветствую, с вами Фимета. Я не ожидал, что у нас сегодня будет какое-то обновление, поэтому я даже не вставал раньше, понятное дело. Как это бывает обычно, если я что-то знаю, я встаю раньше, записываю видос. Сейчас у нас уже 10:30 по моему времени. И у нас тут, оказывается, мне Витя пришел, сказал уже эту чудесную новость, поэтому я в курсе, да, у нас тут фильм Red повторили. Мало того, что его повторили, нам добавили очередную уту. Зачем нам вторая ута, мать вашу? Сука. Нам опять дают Луфи, которого мы уже качнули год назад на 52. Я не знаю, на кой хер он нам нужен. Вот, пожалуйста. Они теперь еще будут отмечать фильм Red. То есть первое Anniversary, да, то есть Anniversary. Первая годовщина фильма. На кой хер, непонятно. Что это за медаль? Когда вы кнокаете противника, восстанавливает, сбрасывает КД первого скилла на 5%. О, да. Вот это вообще медаль от бога. Я не знаю, зачем они такие делают. Один тег, серьезно. Так, у меня теперь прога вылетает. Кстати, да. Кстати, да, теперь у меня вылетает прога, поэтому я не знаю, как я буду сейчас записывать. Походу придется отрывками. Окей. Ну что ж, давайте посмотрим, сколько вообще стоит эта херня. Bounty Fest. А, ну это просто БФ. Просто БФ вообще. Ну, ничего не предвещало беды, как говорится. И просто БФ держите. Просто нате. Я все понимаю, хайп в этой игре. Персонажи делают по хайпу, на кого дрочат, того и выпускают. Но серьезно, вторую версию уты, которая... Вот, она выглядит имбой, честно говоря. Я не смотрел трейты, но... Ну это что, это как Магеллан будет за спиной, да, демон вот этот. Я без понятия, что он делает, но мы почитаем, конечно же. Такс. Синий Дефер. Какая-то херня за спиной. Тот Мьюзика. Когда сработает контра? Окей, это еще и контра. Если противник атаковал вас, наносит среднюю атаку на среднем расстоянии с шансом кнокбэка. Ну, короче, точнее, не шансом кнокбэка, а кнокает. И еще спавнит вот это вот чучело за спиной, я так понимаю. Когда он заспавнил, это чучело атакует и еще и кнокает, да? Мультихит. Короче, с мультихитом атака, походу, пропадает, когда вас убивают. Я так понимаю. Охренеть тут написано всего. Кнок, атака, три попадания, еще кнок. Боже. Второй скилл, что это? Уменьшает входящий урон от врагов. Когда, что, skill button is held down, что? А, у нее тоже будет эффект синг-синг. О да. Спасибо, нам не хватало этого. Входящий урон уменьшает на 70%, наносит урон 30-50 кнок. Это активирует эффект синг-синг 100% вероятность и выкидывает меня из игры. Невероятно. Так, ладно, со скиллами все ясно, там жопа. Что у нас по трейтам? Когда спавнит этого демона за спиной, входящий урон уменьшает на 30%, выбираю статусные эффекты и аннулирую статусные эффекты, наложенные противником. Боже, да за что? Ну почему, Бандай, почему такие тупые? В третьей атаке есть шанс наложить эффект синг-синг. Блять, какой же пиздец. Какой же... После использования второго скилла Resist Tiger не может вас уронить никто и кнокнуть. Что и первый скилл КДшится со скоростью 300% быстрее. Чё нахуй? Аннулирует сон и может игнорировать противника. А, боже, бля, она еще и может стоять на флаге и захватывать его. Ёбаный ты сыр. Да почему ути такие трейты? Да ты кто, сука? Две игры, точнее, два персонажа в одной игре.
Ута. Сука, зачем ты нужна, обоссанный НН? Просто ноунейм персонаж. Две версии, две имбы. О боги. Когда вы в зоне, флаг уменьшает ходячий урон на 30%. Еще, конечно, резист-лагер охуительно. Я сейчас гореть буду уже, реально. Что это за бред? Ой. Когда вы атакуете противника, 100% шанс восстановить ХП на 3%. То есть она может наложить на вас эффект синг-синг. Она может хилиться. Она стоит на флаге, она его захватывает. Ну, заполняет шкалу, то есть. У нее уходящего урона просто до жопы уменьшение этих. Смотрим дальше. Она аннулирует статус эффекты. Ей насрать на стон. На сон. Когда аннулирует статус эффект, наложенный противником восстанавливает ХП на 15%. Еще и защиту дает на 30%. Сука, иди в жопу, я дочитаю. Когда атакуете противника под эффектом синг-синг, повышает урон на 50% по нему. Боже, какая же хуйня. Мне плохо от этих трейтов. О боже. Я охерел. А еще знаете что? У нее гаранта нет. У нее нет гаранта, мать вашу. У этой шаболды нет гаранта. Singer of the New Genesis Ута. Ёб твою мать. Какая же это бредятина, честно. Ну не знаю, если тогда смысл ее много открывать, ну без гаранта, это прям почти что экстрим какой-то. И по трейтам это экстрим, знаете. Да, я в шоке, честно говоря. Бандаи просто... Черти. Чё тут у нас? Ло, ничего себе. Интересно. И на нее никаких билетов нет, чисто гемчики. То есть Бандаи такие решили. Так, у нас тут годовщина. Ну-ка, сделаем по Бырикову вот так вот просто. Ни с того ни с сего высрали Уту. Без гаранта, давайте, сливайте гемы. Ну понятно, что это байт-витрина перед годовщиной, перед полугодовщиной, то есть. Потому что у нас там будет, у нас там наверняка будет Луфи какой-нибудь. Они тут просто нас байтят бесконечно. Потом у нас еще там вроде они что-то анонсили, то есть у нас будет еще какой-нибудь реран Шанкса или еще что-нибудь такое. Я не удивлюсь, кстати, Катакури упал, ничего себе. Катакури, почему нового Катакури не сделать? Ну почему? 32. Все золотое, кроме флага. Цезарь, это что, ради тебя вот это? А, Фрэнк, ясно. Понял. Без вопросов. Так, ну что-то мне подсказывает, что... Ну, ее нереально тут выбить будет. Шанс 1% и гаранта нет. Это что за бред? Ну, атакер это... Ой, о, боже, Кайда, серьезно. А почему на нее не сделать... Ну, ладно, все. Такс. Я, честно, не знаю, сколько я уже потратил. Эй, серьезно? Меня выкидывает из игры. Я надеюсь, мне засчитается. Да, мне упал Дрейк. Окей. Ничего интересного там не было, оказывается. Ну, может, ты дашь как бы Уту одну? Не знаю, зачем она мне нужна, но... Надо же потестить. Дефер. Джимби. Да, это, конечно, скам-витринка прям. Такая. О, Ута. Здорово. А мы вас не ждали. Так, ну, собственно, вот и Ута. Давайте потестим ее в соло 100.
Круто! О боже, боже, как это плохо. Шакально быстрые атаки, при которых она хилится и может наложить вот этот вот конченый эффект, который всех бесит. Спасибо, Бандай, спасибо. Ну что же вы такие, сука, черти? Это еще и мультихит. Почему ей такие почести за такие сильные скиллы, такие конченые трейты? Ага, высралась она там, что, стоит на месте чисто? Ага, она просто стоит на месте. И иногда атакует. Допустим. Что это было? Я в шоке. Я просто в шоке. А она до сих пор стоит. И сколько она так... А, она стоять может, пока я не умру, да? Вообще отлично. В скобочках, конечно. Или в кавычках. Что это? Законченная, сломанная имба очередная. Вы серьезно? Я не перестану удивляться. Что, второго высрешь? Нет, будет один только. Ладно, меня игра уже выкидывает, да я и сам уже хочу выйти, потому что это слишком плохо. Подведем итоги, я в ахере. Я просто в ахере с того, что они сделали вторую луту, и это просто имбище. Просто имбище. Ну вы посмотрите, все скиллы это ультраактуальные, ультраметовые, очень-очень сильные. Вот это вот параша, вот это, да, чучело, оно появляется, она не исчезает. То есть, если тебя убьют, то да, она исчезнет. А так она будет стоять на точке и всех откидывать. Уменьшение входящего урона до жопы. Вот этот эффект с атаки. 50% шанс. Отхил. Заполнение флага. Сука. Тут... О, боже. Я не знаю, что сказать. Бандай удивили. Неприятно удивили. Очень неприятно. Я надеюсь, что ее будет мало в лиге, потому что гемы сейчас, наверное, много кто посливал. И на нее нет гаранта. Короче, ничего хорошего в этом не вижу. Все, всем спасибо за просмотр. Ждем новых новостей, менее охеренных, как это. Что-нибудь. Блин, я не знаю, короче. По-любому будет реран Шанкс. Все, ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Фимета. Я пошел охеревать дальше. Давайте.